Израильские войска утром во вторник осуществили рейд в доме Амара Абу Аиши. Палестинец является одним из подозреваемых в похищении трех израильских подростков. 30 июня молодых людей нашли убитыми на западном берегу реки Иордан. Как предполагается, преступление совершили двое членов палестинской группировки «Хамас». Официально Иерусалим уже пообещал наказать виновных. На данный момент поиски подозреваемых Абу Аиши и Марвана Кавасмы продолжаются в районе Хевронского Нагорья на западном берегу реки Иордан. В прошлом оба мужчины сидели в израильских тюрьмах. Предполагаемые преступники пока не найдены. Как сообщили израильские СМИ, их вычислили после того, как допросили их родственников. В домах подозреваемых после обыска израильскими военными начался пожар. По заявлению представителя армии, им пришлось прибегнуть к взрывчатке, чтобы открыть двери. Напомним, тела Гилада Шаера, Нафтали Френкеля и Ияли Ефраха были найдены в районе Хевронского Нагорья, недалеко от дороги в яме. Как предполагается, подростки были застрелены вскоре после похищения. Первым двум было по 16 лет, третьему – 19. Один из них, Нафтали Френкель, имел американо-израильское гражданство. Подростки посещали религиозную школу в израильском поселении. Ранее глава палестинской автономии Махмуд Аббас осудил похищение и пообещал поддержку в поисках. Это вызвало критику со стороны Хамаса. Группировка не взяла ответственность за убийство, однако выразила удовлетворение в связи с инцидентом. Отметим, что Хамас сохраняет контроль над сектором Газа. Запад считает его террористической группировкой из-за нежелания отказаться от насилия и призывов уничтожить Израиль.